У меня есть уникальные контенты, потому что то, что я говорю в своей новой книге «От страха к свободе», вообще никто никогда не писал, потому что там я даю критерии подбора индивидуальных приемов, которых никогда в науке не было, поэтому метод ключ называется «научный метод». И вот самое интересное то, почему я люблю Эйнштейна. Я понимаю Эйнштейна, почему я его люблю. Потому что я не физик, а психофизиолог, врач и психолог, но при этом я понимаю этого гениального физика. Вот почему я его люблю, например, потому что он сказал, если мерить эффективность, а сейчас многие пишут эффективные, там неэффективные, а Эйнштейн сказал, если мерить эффективность по рыбе, например, по скорости, как она лазит по деревьям, то у нее эффективность ноль. То есть понятно, да, как надо мерить эффективность, когда есть какая-то цель и как мы ее достигаем в этом контексте, потому что истина всегда в контексте. Но самое важное, за что я люблю Эйнштейна, потому что Эйнштейн создал единую теорию поля, а я создал новую модель работы мозга. И там такие базовые принципы, как мозг переключается из одного состояния в другое, из бодрствования в транс, из транса в бодрствование, или, например, из бодрствования в сон, и так далее, и так далее. Там четыре базовых состояния и одно переходное между ними. Нейтральное состояние, свободное состояние. И вот в этом состоянии как раз происходит переключение. Это очень важный момент. Еще почему я люблю Эйнштейна, почему я прячусь за Эйнштейна. Потому что настолько я его понимаю, физика, я понимаю, психофизиолог, потому что он занимался не только созданием единой теории поля, а я создал единую теорию или общую теорию сознания. И в этом отношении его отношение к природе, к Богу не как личности, а как некой гармонии миропорядка, законов природы. А у меня тоже в модели работы мозга и вообще в эффективности, в оценке ее, и вообще во всем, что человек делает, в жизни лежит закон сохранения энергии. Я его очень понимаю. Еще я понимаю, почему. Потому что он говорил, я счастливый человек, потому что я могу работать, не получая даже за это зарплату. А мне за это еще и платят, за то, что я мог бы делать и без денег. А моя формула такая же тоже. У меня формула только другими словами. Я написал где-то, и сейчас повторюсь, что формула счастья до изумления проста. Хорошо, когда человек занимается любимым делом, а ему за это еще и деньги платят. Это там есть одновременно баланс между духовными потребностями и материальными. А еще я люблю Эйнштейна, потому что он, оказывается, всю жизнь досматривал свой сон. Распознавал свой сон, пытался понять свой сон, где он там как бы на санках или как-то с горы катился очень стремительно. И там он увидел, как крутятся звезды и все прочее, и понял, как это самое Е равняется МС квадрат. Я тоже всю жизнь занимаюсь тем, что когда я досматриваю, то осознаю то, с чем я, собственно, родился. С чем я родился, я родился с мироощущением, которые я все время пытаюсь осознать, понять, и поэтому создал общую теорию сознания. Еще я люблю Эйнштейна, потому что я написал такую вещь интересную в свое время, что жизнь и есть свое творчество, само творчество. Потому что если сократить из жизни все длинноты и повторения, это и будет наилучшее произведение. Да, потому что все создано по этим законам гармонии. И еще почему я люблю Эйнштейна. Потому что я сказал еще одну фразу.
что если соберутся нормальные люди, даже не имея исходной темы, все равно они придумают что-нибудь интересное. Но стоит затесаться среди них хоть одному примитиву, все уйдет как песок, да и хлопот потом не оберешься. Да, то есть у нас есть какая-то перекличка во временах, перекличка в пониманиях вещей. Я так же, как Эйнштейн, понимаю, инстинктивно понимаю, интуитивно в мироощущении, с которым я родился, и он, с которым он родился, а потом по мере жизни, накопления опыта, анализа, самонаблюдения, наблюдения за процессами, он за физическими, я за психофизиологическими, за поведением людей, как они снимают стресс и так далее. Я понял эти механизмы, и он понял, как физик, эти механизмы, и мы в каких-то точках очень сильно сходимся. Поэтому я люблю Эйнштейна. А еще вот почему. Потому что у меня есть одна фотография, где у меня тоже вот такие волосы сколоченные. Но я сейчас вам не буду ее показывать, вы можете сами найти в интернете. Удивительно, когда кто-то на нее смотрел, они говорили Эйнштейн. Да. Но это я пошутил. Дело в том, что шутка, она украшает беседу. С чувством юмора, если люди живут, они делают меньше ошибок. У них есть какой-то цензор такой вот. Чувство юмора – это когда они могут посмотреть на себя и на ситуацию со стороны, вот с некоторой иронией, и понять, как мир устроен и как голова работает. И представьте себе уникальный контент моей новой книги, которая называется «От страха к свободе». Она, собственно говоря, в том, что и почему процессы обучения, и почему процессы творчества, все они рассматриваются с точки зрения высшего из законов. Высшего из законов – закона сохранения энергии. На самом деле так. Посмотрите, например, когда мы производим по научному критерию подбора индивидуальных приемов – мы же ищем эти приемы из серии возможных вариантов, делаем выбор по критерию минимального усилия. А посмотрите, пожалуйста, когда человек переходит к навыку. Что такое навык? Когда человек начал какую-то новую деятельность, у него растет очень большое напряжение. Потому что ему нужно в мозге перебирать себе в нейросети самые различные варианты и возможные их последствия. Этот перебор есть метод проб и ошибок. Но когда он моделирует этот процесс, который в жизни происходит у себя в голове, в этой творческой лаборатории, и подбирает там по минимальным усилиям менее энергозатратные приемы, то, в принципе, когда он несколько раз это делает, какой-то прием, который он подобрал, повторяет его несколько раз, вначале он требует больших напряжений, то есть больших мозговых затрат, а потом он превращается в навык, когда он... А что такое навык? Это сжатое во времени в пространство действие, которое у него происходит, вообще без затрат энергии. Вот же такой навык. И так происходит обучение. Говорит, повторение – мать учения. Повторяй до тех пор, пока ты не будешь какое-то действие осуществлять без энергозатрат. Поэтому мозг работает по закону сохранения энергии. В конечном счете он приводит вас к тому, в обучении, в творчестве, везде. Приводит к тому, что вы что-то начинаете делать с большим напряжением, иногда вплоть до стресса. Иногда зависаете в этом состоянии, решая задачу. А постепенно у вас узелочек разматывается, и вы потом начинаете то же самое делать путем тренировки с выработкой автоматического действия, то есть с минимальными энергозатратами. Я сейчас не буду здесь рассказывать всю теорию, как закон сохранения энергии создал нам обучение, создал нам передвижение, жизнь и так далее, но книга «О страхах свободе», она вся пропитана этим, что я нашел точку зрения, с которой могу объяснить все процессы обучения, все процессы творчества и все процессы рождения. Но я вам просто скажу, учитесь у природы. Метафора.
Когда Бог создавал человека и вменял человеку продолжать род людской, Он не вменял человеку никакой комиссии по контролю качества. Он только соединил центр удовольствия с этой наиважнейшей работой продолжения рода человеческого. Он соединил центр удовольствия, то есть где мозг тратит меньше всего энергии, это чувство удовольствия, где мозг тратит мало энергии. Он соединил это с этой наиважнейшей работой. Учитесь у Бога, учитесь у природы. И работа пошла тогда на автомате, благодаря чему есть и мы с вами. Вот таким образом, если посмотреть на вещи с точки зрения закона сохранения энергии, очень многое открывается, а ученые пока этого не знают. Ни физики, ни психологи, ни психофизиологи, ни врачи, ни философы. Но в принципе, когда Эйнштейн рассуждал с разными людьми, и его спрашивали, верите ли вы в Бога. Однажды он говорил «да», в другой раз «нет», и все, оказывается, заключалось в том, с кем он разговаривает. Потому что для человека, который мыслит предметно, конкретно, без абстрактного мышления, Бог – это некая живая сущность, которая сидит над нами на облаке и перстом своим вмешивается в наши процессы, кого-то наказывает, кого-то поощряет. А для другого, это законы природы, которые неодолимы, непреклонны. На языке религии это называется воление Божие, непреклонность, неодолимость. А на языке науки называется закон природы. Закон – это и есть непреодолимость. Все зависит от того, какими глазами мы смотрим на мироздание, как мы оцениваем себя на уровне абстрактного мышления, философского, или предметного, конкретного. Поэтому я люблю Эйнштейна. Поэтому, когда он разговаривал с одним человеком, его спрашивали, верите ли в Бога, он говорил «да», а с другим говорил «нет». Все зависело от того, с кем он разговаривает. До встречи, друзья. До связи.